Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. У нас видеообзор по свободному мотоциклу KTM RC3. Вот такой вот аппарат. Малокубатурный спорт. Прикольный, красивый, легкий и маневренный. Так, номер рамы у нас 2307, последние цифры. Заведем, проверим, прокатимся, послушаем, посмотрим. Так, все, он завелся, работает. Так, поворотничек. Один есть, второй есть. Дальний ближний переключается. Габариты здесь на что-то горят. Сигнал есть. Смотрим сзади. Также поворотник один, второй. Тот сигнал, все есть. Ну, давайте сейчас прокатимся на кружочек. Простой одноцилиндровый мотор, спокойный, уравновешенный, вот с таким вот спортивным характером. Малокубатурный спорт для новичков, очень даже шикарный. И, как видите, мотоцикл на ходу. Так, у нас вот АБС-ка потухла, что значит работает, горит только нейтраль. Все отлично. Ну, сейчас мы посмотрим более детально. Итак, лобовое стекло ярко-оранжевое, все в цветах КТМ. Передняя часть пластика, нарушений нет. Все отлично. Оптика линзовая, целая. Колесо переднее выглядит очень неплохо. Есть еще даже остатки волосиков на ней. Тормозной диск в очень хорошем состоянии. Выработки особо не присутствует. Колодки в большом остатке еще. Все выглядит очень хорошо. Колесный диск оранжевый. Все цвета КТМ. Амортизатор, вилочка довольно-таки толстая. Никаких нареканий по амортизаторам нет. Все отлично. Боковой пластик смотрим, тоже весь без нареканий. Шильдики все, наклейки вернее, все целые, все родное, оригинальное. Здесь у нас также внизу по пластику все чудесно. Бак. Смотрим по двигателю. Двигатель ничего нигде не капает, крышки целые, рама точно так же вся у нас целая. Амортизатор сухой, не капает, пружина также все целая. Подножки водителя, пассажира. Сзади смотрим, есть подкаты. Тормозной диск также незначительная выработка. Колодки еще в хорошем остатке. Есть вот такой вот грязеотбойник сзади стоит. Довольно симпатично. Резина сзади выглядит так же, как и спереди, очень неплохо. Оптику мы уже видели, все работает. Все замечательно. Здесь также стоит подкат. Цвет выглядит бодро. Звезда, ну вот насколько видно. Зубы не съедены. Собственно, выглядит довольно хорошо. Подножка пассажира, водительская, все целое. Здесь у нас также крышка двигателя без повреждений. Рама целая, все отлично. Пластик по этой стороне, ну, по пластику здесь в принципе тоже нареканий никаких нет. Снизу все то же самое, все целое. Вот поролонка здесь такая приклеена, чуть-чуть покорябанная. Бак целый, ну, в принципе, нареканий таких по косметике нет. Сидушка пассажирская целая. Задняя, она вот такая вот интересная сделанная. Вот выглядит как будто чехол на сидушку, но это сидушка. Сверху у нас по баку тоже без нареканий. Наконечник немножечко у нас с этой стороны притертый. Грипса целая, кстати, не родная, тюнинговая какая-то стоит. Кнопки присутствуют, ручка сцепления с регулировкой под длину пальцев. Клепоны траверса, все ровно. Одна и вторая штука для навесного оборудования. Кнопки здесь, дроссель работает, груздик целый, ручка переднего тормоза целая. Датчик платной дороги не нужен. В России.
Ну, зеркало второе. Смотрим, все, инициация пошла. Так. Пробег, общий пробег 24 343. Вот такой вот аппарат, друзья, есть в наличии у нас. Мотоцикл свободный. Кому интересен класс малокубатурного спорта, пожалуйста, обратите ваше внимание на эту технику. Вот, звоните, пишите, мотоцикл поедет к вам. Это у нас КТМ RC3. Ссылка на товар есть в описании к этому видео. Всем спасибо, всем хорошего дня.